Ученик Видновской 7-й школы Илья Черепанов к этому любительскому турниру подходит с особой ответственностью. Спортом молодой человек занимается более 6 лет. Защищает сразу две команды. Много тренируется и хочет с футболом связать жизнь. Хотелось бы стать, да, профессиональным футболистом. Упорно трудиться и вот постараюсь попасть в какую-нибудь профессиональную более команду. А пока Илья и другие начинающие футболисты здесь, на поле стадиона «Металлург», защищают исключительно свои школы. Более 30 команд со всего Ленинского городского округа. Турнир «Удар в девятку» – это соревнования, которые любому ребенку дают возможность попробовать себя в этом виде спорта, узнать, что такое работа в команде и почувствовать первый вкус победы. Настроение побеждать. Мы пришли сюда за победой. Все. Наверное. Ничего не знаем. В прошлом году побеждали? Нет. Второе место заняли. Второе место. Должны отыграться. Турнир «Удар в девятку» был создан в 2015-м. Осуществили идею представители Федерации футбола Ленинского округа. Администрация муниципалитета инициативу поддержала. Со временем подключились и спонсоры. Соревнования проходят дважды в год – осенью и весной. Абсолютно разные возрастные категории – от первоклашек до выпускников. Растет количество школ, которые привозят свои команды. Растет количество участников. То есть это очень массовый турнир. И для детей эти турниры, они, конечно, даже позволяют заниматься спортом, втягиваться в этот вид спорта, тренироваться в школе, готовиться к этим турнирам. То есть это занимает большую часть наших мальчишек к этим видам спорта и не дает им заниматься другими неправильными вещами. По мнению главного судьи соревнований, лучшая тренировка – это игра. И видно, как с каждым годом команды прогрессируют. Заявки не больше 10 человек. На команду? Да, 5 в поле, 1 ворот и 4 запасных. 15 минут игра состоит. Время тут ограничено, все-таки они в школе учатся, поэтому мы в зависимости от количества команд назначаем формулу проведения соревнований. На данный момент у нас, значит, слепым жребием 11 команд играют 2 игры, каждый с каждым. И восьмерка начинается с четвертьфинала. А чуть помладше играют в группе. В одной группе 3 команды, в другой 4. У организаторов турнира грандиозные планы на будущее. Выйти за пределы Ленинского городского округа и увеличить географию соревнований. Кстати, работа в этом направлении уже началась и вполне удачно. Данный турнир уже на слуху не только у нас в Ленинском городском округе, но и во всей Московской области. Министр спорта Мособласти Абарен Андрей Александрович в курсе данного турнира, поддерживает эту историю. И есть, конечно, большое желание масштабировать этот турнир по Московской области. На сегодняшний день вот Максим Валерьевич Слесарев уже организовал данный турнир с точно таким же брендом «Удар в девятку» в Ульяновской области. И мы уже ведем переговоры о том, чтобы провести данный турнир в Мариуполе. Турнир «Удар в девятку» проходит в течение 2 дней. Для всех команд-победителей предусмотрены подарки. Также в каждой возрастной категории награждаются лучшие игроки. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.